Добро пожаловать, мальчишки и девчонки, с вами ваша девочка-волшебница Nevermore, и мы продолжаем нашу подводную одиссею. Игрушечка называется Under the Waves, под волнами. Мы... день второй, по-моему, точно не помню, но вроде бы день второй, и мы должны проверить антенну системы связи, потому что что-то у нас связь не очень, и интерфейс тоже пропал. Где-то есть, биогенератор O2.1. Вот здесь сверху по стрелочке. Давайте посмотрим, попробуем. Приемник сигнала, модуль жизнеобеспечения. Знаете, как это выглядит довольно-таки древним. И можем ли мы посмотреть, да. Слушайте. Вот я критикую многие игры за то, что... как-то внешний взгляд во внутренние помещения показывает, что они дерьмо и плохо нарисованы. Здесь, смотрите, это наша кухня. То есть там реально все как было. Мы ее видим... да, мы ее видим реально, как она есть. Это прекрасно. Надо будет в спаленку заглянуть. И над нами черепашки. Слушай, а можем сфотографировать или не можем? Просто напоржать. А, черепашки. Так, давай, как тебя фотать? Как тебя фотать? Пунь. Еще побабаджи. Пунь. Да, зафиксировала. Он должен сказать, что все all right, и это будет по квесту считаться. На фото качество 4К не претендуем, но тем не менее, да, ведь кожистые черепахи зафиксированы. Надо будет тюленя еще жмыхнуть. А, нам нужно что? Проверить антенну модуля жизнеобеспечения. А где она именно есть? Кто из вас антенна? Приемник сигнала, вот он. Что могло пойти не так, расскажите, пожалуйста. Ну, кроме того, что оно водорослями заросло. Правильно, если не работает, постучи. Так, получаю отчеты. Да, ремонтики были правы. Проблема с антенной. Стэн, ну что ты проверил антенны? Окей, направляюсь к ним. А у меня такой законный вопрос тогда. Если антенны не работали, то как мы могли пытаться дозваниваться до нашей девушки, которая там Эмили или как ее звали? Если связи не было, кто нам отвечал-то, а? Не, я сюжет не читал, поэтому не знаю, что здесь происходит. И я искренне верю, что это все большой обман. Но игра мне, знаете, так даже немножко зашла. Поэтому чуть-чуть еще помучаем. А, правда, управление под джойстик рассчитано. Ну, что есть, то есть. А куда нам нужно? Определить местоположение неисправной антенны. Так вон ты какая. Зона антенн, вот. Слушайте, мы сейчас заодно жмыхнем. Зона антенн, конечно, хорошо, но вы помните. Мы находили вон там вот еще чертежики и еще обломки самолета. Нам нужно забрать и первое, и второе. Почему бы и нет? Уц, давай, нежно уц. Да, в Сабнафтике было немножко проще управлять, честно скажу. Не подвели бы ноги теперь. Да куда там ноги-то? Чтобы руки не отвалились. Так, я вижу, да. Я вижу чертежи для верстака, раз. Я вижу топливные элементы, два. Заберем все, что есть. Вижу, пластиковый тоже мы подгребем. Что нам дали? Усовершенствование кислородной системы. А вот это нам нужно будет скрафтить сразу же. Как только вернемся на ночную сон на базу, обязательно должны скрафтить. Потому что кислород у нас без этой системы уходит безбожно. И я извиняюсь, а покрышки здесь зачем лежат, на дне океана? У вас здесь подводный жигуленок ездил или что? Металл, пластик, спасибо большое. Резина почему-то не забирает, что самое странное. Но это еще не все. Тут. Ну, дай мне это. Вот. Там были обломки самолета, только я не помню где. Где-то вот здесь вот, а? Нам давайте проверим. Помню, что мы плыли от основной, точнее шли по морю от основной базы. Плавают сами знаете что. И сами знаете где. И мы нашли самолет. Заодно голубых акул нашли. Поскольку акулы голубые, мы их не боимся. Вот если были акулы натурали, да, тогда мы опасались. А, голубых акул такой себе. Так. Давай. И пунь. Есть. Хорошо. Спасибо большое. Плюс акула. Я вижу металл. Я вижу всякие записи. Электроника. Странная запись и сундучок. Сундучок — это хорошо. Металл. Больше металла, богу металла. Тут. А, мы можем снизу зайти, вообще замечательно.
снизу зайти, не переживаем, у нас есть кислородные баллончики, даже если я поглубже свои, точнее, когда я поглубже свои застряну, мы в этом не сомневаемся. У нас есть чем дышать. И мы нашли подводную гитару. Вау! И мне за это дали дышачий в костюме. Отыскать предмет в обломках. Ну надо же. Кто бы мог подумать. А, немножко вперед. Что у нас там есть? Что у нас там есть? Что у нас там есть? Там внизу самолет слишком мал для магистрального. Быть может, частный, который сбился с пути. Да. И перевозил он кастрюльки. Забрали, забрали. Довольно странная система. Нас послали на дно морское, нам дали верстак, но нам не дали расходных материалов. Типа, а вазелин, боец, ты добудешь в бою. Это, наверное, можно отбить. Оно подрисовывается как отбиваемый кусок. Прикольно. О, электроника. Полезная штукенция. Явно будет очень сильно нужно на крафт нашей кислородной системы. А вроде все, вроде ничего нигде не забыл. Металл забыл. Зараза, два металла. Ладно, долго возвращаться. Напишите комментарий, что Невер, ты невнимательный. А я соглашусь, потому что это было всегда и всегда будет. Рыбонька моя, ух ты, ёх ты. Прям шлёмома под лодку. Не совсем удобно. Теперь мы выворачиваем... Выворачиваем наверх. Просто ради интереса, а мы можем всплыть вообще до самого верха, нет? То есть, чисто физически, мы сейчас еще голубого кита сфотографируем. Его мы тоже не боимся. А можем ли мы подняться на самый верх, а? Нам тут как бы глубиномер не написали, не нарисовали, но киты, они же вроде как-то дышащие. Они должны быть поближе к поверхности. Чисто на поржать я попробую подняться. То есть, что нам это будет стоить и не убьет ли нас кислородная болезнь? Сможем ли мы вообще подняться? Такое ощущение, что мы нифига не поднимаемся. Так, оно... Упс, оно если прямо вот так. Направление вверх. Навожил на взлет. Проходим мелкую рыбеху. Да, вроде поверхность ближе. Да, поверхность еще ближе. Карл, мы можем подняться наверх. Нечто ли? И... Да, нам дали ачивку взглянуть на поверхность. Называется почему-то мир Эммы. Ну, цивилизация на месте. Буйки, он, мигают. Маяк тоже стоит на месте. Кто мешал им здесь делать космические божества? Подводный лифт, опускаться по стабильному нормальному мы не знаем. Но вон там в глубине... Вон там прямо-прямо-прямо. Нефтяная вышка, и вон там какой-то кораблик стоит. Мы потом обязательно туда занырнем. Так, ну давай, заныривай вниз. Это все жутко весело. И немножко ломает мою теорию о том, что вообще происходит. Если мы можем отсюда свинтить, то как-то странно получается. По-моему, я даже вижу, где у нас проблема антенна. Она немножко мигает. Ну давай на ускоренный, слушай, давай на ускоренный. Хотя нет, подождите, они все мигают. Ну вот та светится, значит нормально. А вот та светится, значит нормально, а вот тут не совсем светится. Может быть, не оно. Проверяемся по очереди. Антенна связи. Есть такая. Определить местоположение неисправной антенны. То есть послать пинг просто на нее не вариант. Мы должны именно проверить ее каждую отдельно. Ешка. Здесь все в порядке. Чтобы вы не думали, что Невер там за кадром проходил для себя, нет. Но мне дали еще одну ачивку взаимодействовать с антенной связи. Тут, похоже, ачивки дают вообще за все. Дорвалась таки душа. Так, я вижу вон еще одну антенну. Которая позитивно не нравится мне своей разбитостью. И на нее ничего не указывает. Что довольно странно. А и правда, почему так? Давайте сперва с этой начнем. Чтобы не возвращаться потом. I'll be back. Ну прям терминатор в шапочке. Просто интересно, как он сейчас с баллоном пролазит?
Я в 100-500 раз бы зацепился уже. Так, иди. О, мы можем на ноги не становиться. Нет, то в порядке. Круто. Тогда вон там, вон, потом вот та дальняя, которая, скорее всего, даже не антенна. Почему-то больше похоже на какой-то люк странный. Люк, я твой отец или я твоя мать? Скажи мне, пожалуйста. Еще вопрос по этим нефтепроводам. Я не знаю, я не специалист, может кто разбирается в этой отрасли, работает, но... Реально, а на кой его делать таким зигзагообразным? Не проще ли по одной прямой? И? И тут все в порядке, офига себе такое... Я не понял. Там в порядке, ты в порядке. А, все-таки Данте на связи. Хм. Я говорил? А я предполагал? А потом сам себе же не верил. Кстати, ради интереса, так чё он скорее на бок идет? Да, вот по ней сразу видно, что не фонтан с антенной связи. Квест можно уже засчитывать. Прикольно анимировано сделано, что он вылазит. Действительно, мы видим, как он вылазит из-под лодки, но мы не видим, как он надевает шлем с такой скоростью. Ну, да, встань на ноги. Мы видим, что она поломатая. Да, встань на ноги, да? Вот мы здесь. И что мне нужно сделать, если я уже вижу, что она поломатая? Зона антенн, зона... Во, зона удара. Давай на ускоренной. Да, это она. Тим, я у антенны. С ней явно что-то не так. Хорошо, отправлю радиосигнал. Осмотрись и выясни, что случилось. Вас понял. Я так думаю, что на нее упала огромная, вариогромная якорная цепура, возможно, с якорем. Выясни причину повреждения. Большая-пребольшая якорная цепура. Зона удара. Или я должен просканировать ее более досконально лично? Похоже, что в нее что-то врезалось. Что-то тяжелое. Да, большая якорная цепура. Но саму зону удара мы завязать не можем. Может, с другой стороны? И да, кислород я вижу. Кислород я вижу. Выяснить причину повреждения. Ну так а дальше что? Нет, это будто ржака просто огромная, если... Это действительно будет якорная цепура. Или вам нужно каждый обломчик отдельно посмотреть? Нет, не нужно. Еще раз компьютер. Во! Не компьютер нифига. Вот оно. Какие-то обломки. От большой якорной цепуры. Хотя, стесняюсь спросить, что, от Титаника, что ли, якорная цепура, или что? Похоже на нефть. Нефтяной след. Похоже на то, что у нас заканчивается кислород. Надо это подогнать нашу луну поближе. Давай, загрузились. Ходим по следу цепуры. А, вон еще, я вижу. Вон еще протечка. Это раз. Цепура упала, довольно-таки далеко упала. Ву! Вот это что-то взорвавшееся. А это не дрон ли из тех, которые здесь ходят под водой? Много-много разных. Нам еще Тим за него говорил, не обращай внимания, это дрон мирового... рептилоидного правительства. Вот и где. Выглядишь не очень, дружище.
Тим, я нашел дрон. Похоже, он где-то увидел мазут. Весь им покрыт. Это странно. В последнее время такое случалось еще пару раз. Я сообщу начальству, но они не славятся оперативностью. Да, надо что делать. Попасть внутрь модуля, что-то так просто все. Ты сейчас вспоминаешь своего старика? Я почему-то спрашиваю тебя. Не знаю. Гуднер дает о себе знать. Просто на той неделе я был в Буровой и видел траулера. Напомнил, как мы с твоим отцом ловили там рыбу сетями. Старые добрые времена. Ну и мы его тоже иногда вспоминаем. Блин, там уголечек был. Так, где наш жилой модуль? Не забудь заполнить журнал, это важно. Важно понять, где нам домой отправляться. А, вон туда. Надо все-таки накрафтить радиомаяков и навесить их здесь везде. И заодно посмотреть, что там внизу. Это игра про исследования, а мы как-то особо не исследуем. Например, вот ты кто такой. Странная решетка с по выбросу чего-то. А потом удивляется, почему у них русалочка черная. Это после каких-то массовых выбросов. А самолет... А! Мы возвращаемся по той же схеме, где мы приходили. Вон он самолет, вон он наш люс. Я искренне надеюсь, что у нас автозаправка на нашей луне, потому что выжигаю закись азота, что бешеный. Ну, условно закись азота, чтобы Грета Тунберг не злилась. Мы-то понимаем, что это нефть. Дом, милый дом. Так, давай. Запарковался практически божественно. Так, давай. Не-не, назад. Назад, вперед. Чуть-чуть. Ебой. Ну, такой маленький вопрос по логике, а почему было не построить шлюз, чтобы из него выходить прямо в жилой модуль? У вас, если что, 4 отростка есть на это дело. Это было бы гораздо логичнее. Ну, денёк был сегодня. А это он еще не закончился. А почему бы всем не быть таким длинным, а, Мерк? Здравствуй, верстачок. Ууу, там тюлень плавает. Там плавает наш тюлень, который J0. А что нам нужно? На радиомаяк не нужен топливный элемент, не нужен усовершенствование. Вот, усовершенствование кислородной системы. Нам нужно... Да, черт вам скажу, всего нужно. Увеличивает емкость кислородного баллона. Нам нужен пластик, но пластик мы найдем. А вот где жоды брать, это как бриллианты в Сабнафсике. Мы все знаем, что они где-то есть, но где они есть? Пойди что, иди что. И да, еще раз пожалуй, то есть нормальные баллоны вы нам не дали, но деревянную ящику сюда заперли. Красавчики. Так, а что это такое? Это определенная находка. Делает все это место более привычным. Это кейс от гитары, который мы нашли. Крутяк. А что нам нужно? Свободное время. Здравствуй, робот. Цель безопасности и конфиденциальности, все разговоры записываются. То есть передернуть по-быстрому в главной рубке не получится, да? Вы за мной бдите. Кто должен все это выбросить? Чувак, ты не поверишь, мы это не выбрасываем. Мы это вбрасываем в верстачок. Помидорки растут. Здесь холодос не отмерз назад, нет? Что у нас имеется? Замерзший холодос. Жрать нам не положено. Предполагаем, что он жрет во сне. Немножко страдает сомнамбулизмом, ходит и жрет, жрет и ходит. А, так это что такое? Блин, тот тюлень там плавает, а? Что это такое? На всех бровых станциях зеленый свет. Значит, что все работает как часы. Интересно, сколько баррелей они выкачивают. Интересно, почему это нельзя было отследить с земли. С поверхности. Это пресная вода или... Они используют воду снаружи. Чувак, еще раз скажу, если будут бубенцы на третий день чесаться очень сильно, что отваливаются, это значит вода снаружи. Солененькая.
А если нет, то нет. Мы, самое главное, Эмми нашей позвонить можем или не можем? Или опять будем залипать местный отсутствующий тетрис? Мы можем сменить вид. Нет, она, наверное, на работе. Как его зазомбировали-то тонко, а? Видите, он даже не подумает о том, чтобы что вам. Гитарка уже на месте. Сколько здесь жило людей до меня? Кто они? Интересно, знал ли я кого-нибудь из них? Я так думаю, что до тебя здесь жил ты, а потом еще раз ты и снова ты. Нас сейчас, наверное, ждет очередная глючная снина. Не санина, не путайте. А сон. И что за фотка? Странная женщина с лолю девочкой. Спокойной ночи. Так у тебя лишение сына, жена с ребенком есть. Что ж тебе понесло-то в глубины до глубины? Хоть бы в рамочку вставил, слушайте. Да. О нет, только не это. Спящий в глубинах океана снова насылает на нас сновидения. Но мы-то не боимся уже. Мы понимаем, что здесь с нами ничего не случится. Не узнаю это место. Я узнаю, я тут бы эту дырку видели уже. Давай, ползи дальше. Якорь мы не нашли, но цепурот якоря мы тоже видели. Да, вот цепурот якоря, слушайте. Моя голова этот звук. А что за звук, я его не слышу. Куда он смотрит? А, нас окружают медузы. Воу! Слушайте, в это VR нужно играть. Но мы пережили второй день. И это хорошо. Начинается день третий. Чьи-то китайские заказы с Алиэкспресса не доехали немножко. Ну вот опять. Да что это? Боже, моя голова. Я тебе говорил еще в первом эпизоде, в шапке спать грешно. Голова будет болеть. И кто здесь включает радио постоянно? Эмма. Я ж тебя поймаю, я ж тебя задолбую поймаю. То она на работе, то она с работы. Тут даже вариант зайти залогиниться в скайп нету. Тоже мне. Любящий отец. Вроде как гостей не предвидится. Но сиденье унитаза ты опускаешь. Кстати, кто придумал такое, серьезно? Размер крышки оцените, то есть крышечка маленькая, все остальное железное, холодное, неприятное, особенно по утрам. Открытый ты его касаешься, Фе. Разработчики извращенца. Доброе утро, Стэнли. Марк, называемый просто Стэн. Корректировка. Доброе утро, просто Стэн. Надеюсь, вам понравился сигнал будильника. А, робот включает. Это тоже маленькая отсылочка, назовем ее Стэн, назовем ее просто Стэн. И что робот не воспринимает, как правильно называть. В сериале Лекс было то же самое. Кто помнит, тот олдскульно проследится. Приготовить кофе. А без этого мы никуда, да? В отличие от вчерашних прогнозов, мы наблюдаем признаки того, что может стать самым сильным штормом в нашей истории. Задрать все люки в ближайшие дни будут ненастными. Надеюсь, для таких ситуаций что-то предусмотрено. Модуль жизнеобеспечения не слишком защищен. Если будет шторм,
Не, меня предупредили в любом случае. Да, смеемся вместе, потому что корпорации большие, они известны тем, что о сотрудниках заботятся. Да-да-да. А, похоже, проблема с кислородным балансом, нужно сообщить Тиму. Блин, еще надо выпить это кофе. Этот, простите, пожалуйста, нет мне прощения греха. Такого. Мы что, движемся? Если мы движемся, то тоже не весело. Чашки все еще пусто. Позвонить Тиму. Давайте. Дайте мне делать перебежку, пожалуйста. Тим, вы уже устали? Я спал раньше, чем ты уложил свое тело в постель, парень. Что у тебя? Просто отмечаюсь. Все, никак не освоюсь тут. У меня по плану третий кофе за день. Так что проверь доску с задачами и свяжись со мной, когда будет все выполнено. Окей. И полегче там с кофеином. Понял. Доска с заданиями. Что мы должны сделать? Задача технического чего-то. Прибор в районе Рыбацкого берега показывает странные значения. Проверьте, проведите проверку на месте. Доберитесь до водородного бункера. Я вас услышал. Нам нужно будет... А, вот осьминога нужно будет сфотографировать еще. Осьминога по первому заданию. Касатку кита и синего кита. Так как я синего от горбатого отличу? Я их в их сексуальных пристрастиях не разбираюсь, кто из них кто. А, тюленя, китовую акулу, гигантскую акулу. Короче, футаем всех, кого видим. Добраться до водородного бункера. Я помню, что нам нужны жироды, и нам нужен еще пластик до 15. Ну, пластики, думаю, что найдем. Не такая уж проблема. Итак, зона дом 1. Мой... Биогенератор. Прямо. Да, Стэн, рассказывай своему любимому начальнику, что у тебя странные сны снятся. Плюс мы заметили проблему с кислородной системой. Возможно, проблема в этом. Да, дисбаланс состоя воздуха. Прости, парень, должен был заметить раньше. Добавляю задачу высокий приоритет. Проверю. Как только, так сразу. Сперва водородный бункер. А не северный ли это поток? Вот та самая ветка, которую мы все знаем, кто взорвал. Что там внизу такое? Лампочки дрона, лапец дрона. Какие-то звездные башни. Давайте на ускоренный тогда. Подмотаем немножко за ксиазотику. Или чем мы там подпердоливаем? Но я все еще чуть-чуть себе надежды найти джиоду. Вот Рыбацкий берег. Я вижу водородный контейнер. А нет ли на нем чего интересного? Я вот на карте вижу ящик, но не вижу ящик. А ящик — это чертежи. Плюс один я уже пролюбил сзади. А металлом — водородный контейнер. А на металлом еще можно. Тут. Деревянные корал ящики, серьезно? Вот вы тарили, говорите, а? Деревянные ящики под водой. Окей, плюс ящик, который мы видели, пропал еще. Там есть дальше еще один. Так, водородный бункер. А. Объекты на карте кажутся ближе, чем они есть на самом деле. Но в любом случае не так уж и далеко.
мы прямо над ним. Да, прямо над ним. Но мы его не видим. Значит, где-то в расщелине должен быть. Или там какая-то странная пещера есть. Тикс, а ну давай. Погружамба. Нет, где-то здесь. J0, водородный бункер. Ну серьезно. Вот мы прямо над ним. Где мой ящик? Обман и провокация сплошная. Попробуем с другой стороны. Спасибо, говорит, за систему отопления внутреннего. Скажи спасибо за отсутствующий туалет в этой маленькой подводной штучке. Я не хотел вылазить. Я честно не хотел, я хотел стрефануть. Утраченное продовольствие. А вот это интересно, утраченное продовольствие. Что это такое? Кем оно утрачено? И, по-моему, мы нашли еще одну акулу, которая будет очень даже не против. Здравствуй, девочка. Акула, голубая акула. Вот. Тебя, по-моему, еще не фотали. Ну да, она немножко прострефила через. Водородный бакет. Цыц. Стоять боится. Стоять боится. Упс. Есть такое. Крутяк. Во, вот они ящики. Вот они ящики, зараза. Медленно проплываем. И что напишут? Склон Симоны. Отчет UT о результатах исследования склон Симоны. Начало отчета. Зонды не обнаружили ничего необычного. Группа карстовых каверн, небольшой запас ресурсов, но скважину бурить тут точно не имеет смысла. Проклятый аппарат сломался до завершения сканирования. Но думаю, это место можно смело вычеркивать. Идем дальше. Личная заметка. Весь этот район испещен пустотами, словно швейцарский сыр. Для водолаза представляет большую опасность, но для меня почему-то тянет к ним. Может, они дают чувство защищенности. Как минимум, они завораживают. Понятно, ясно, вот там-то есть и есть этот ящик. Для пещер нужна уже более продвинутая система кислорода. Иначе потеряемся, как пить дать. Так, что-то еще есть? Как ни странно, но продовольствие мы забрать не можем. Взрусь пещер. И, по-моему, это код пещеры, да? Нет, как это карстовая каверна. Но местечко мы запомним. А нам сюда? Или нам вон туда, где стрёхает и жмыхает? Добраться до водородного бункера. Вот он, водородный бункер. Эти странные люди... любит действовать по-странному. Так, чуть приподнялись. Кислород на всякий случай на быстром доступе. Серьезно, от кого они вообще ставили эти двери? Мало то, что их дохлявые... еле тащущий какой-то водолаз выносит с плеча, но... За ними находится еще одна огромная бункерная дверь, которую нельзя открыть просто. Похоже, что это ложный путь. Ну окей. Если нельзя здесь, то можно где-то с другой стороны, наверное. Или что это такое? Привет, J0. И что? А можно тебе тоже фотно? То, что нужно. Нет, не то, что нужно, но обходимся тем, что есть. Водородный бункер. Если бы был твоим ходом, то... вот где я был бы. Вот где я был бы. Упс, водоросли, пожалуйста, на кислородные баллончики. Спасибо.
И не жёлт ли ты? Уголь, зараза такая. Кстати, уголь в трубе. Но сработало. Мы оказались внутри. Ещё эти крова сделана. Ну, не из-за освещенного ракрита. Кстати, вопрос. Дверь открывается вовнутрь. Здесь завалено изнутри. Какой-то тайный секретик получается. А, да, кручу-верчу обмануть хочу. И мы находим склады и еще одну запислеточку. Пока я не задохнулся здесь окончательно, это уже довольно близко. Не забываем про интерфейс. Инфраструктура Unitech. Вся среда здесь была разобрана на части и собрана обратно, чтобы облегчить работу Unitech по выкачке нефти. Даже представить себе не могу, насколько денег у них на это ушло. Я должна была перекопать твердые коренные породы для строительства всех этих сооружений. Одному богу известно, как это повлияло на живую природу. Когда речь идет о загрязнении морской среды, на ум приходят разливы нефти и острова пластика. Вот. Однако имеет место и целенаправленная разрушительная деятельность вроде искоренения вековых коралловых рифов и целых природных комплексов. Но до этого никому нет дела, потому что это не на поверхности. Живя в волшебной стране в реальном мире, я вам скажу, что в нашей власти нет дела даже до того, что на поверхности. У вас тут еще и чистенько. По сравнению с тем, что у нас. Изучить проблему. Бутылочка пластиковая. Давайте, наверное, в плавающем режиме, причем на ускоренной. А то мы долго-предолго будем ходить. А доплываем мы в момент. Похоже, самое сердце всего разработки дайм. Это осьминог. Подождите. У нас план по осьминогам. Во! И композиция очень даже. Плюс мы выполнили одну задачку. На фоткане. Так, осьминог. Осторожно, мы девочка-волшебница, к тентаклям относимся интересно, но не стоит. Ни в детское время, ни на ютубе. А Mission Completion? Что бы ты ни сделал, это сработало. Уровень водорода вернулся к номинальному. То есть вы не предусмотрели даже возможности такой? У вас на экран сядет осьминог на сенсорный, и все это дело заглючит. Низкий кислород. Да, нас шатает. Тихо. Так и живи, работай для народа, а? Что там, что такое? Плюс один пластик. Это был наш контейнер. Боже, прям в глаза светит. Так, осьминог намекает, что мы за ним проплыли. А зачем? А он реально нас ждет. Слушай. Только я его потерял. Осьминожек, где ты есть? Вот ты где. Давайте. Чисто напоржать, может, куда и выведет. Кислородик у нас как бы есть, поэтому все хорошо. Не забываем только сканировать. Так, я вижу кучу лута, который находится прямо над нами, что ли? Или под нами? Какие-то странные камни. Или это рыбы косяками ходят? Довольно дивная карта. Мы нашли еще один самолет. Осьминог, ты красавчик. Малый самолет канделябр, или как его там назвали?
Все, свободен. Mission completion. И что у нас тут есть? Ну, кроме металлолома. Пуц, 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 пуц. Блестящие. Есть пень. Кто-нибудь по реликвиям. Ящик. И живода, Карл, мы живоду нашли наконец-то. Найденный предмет. Мы нашли... О, мы, кстати, нашли уже... Стикеров еще не нашли, музыкальных записей еще не нашли, но тут видно, что мы можем найти. Даже фотофильтры. Инстаграм здесь не изобрели. Так, что мы, чертежи для верстака. Здесь все отображается, слушайте. Даже количество наших ресурсов. Я что хотел посмотреть, сколько тут всего их будет? И многовато. Тут исследовать, не переисследовать. Ладно. Где я могу достать диоду? Немножко закрытое место. Давайте сперва металл, потом диоду возьмем. Вот она, диода. Нам нужно 6 штук их. И сколько нам дадут, мы не знаем. Похоже, у него закончилось топливо. Может, аварийная посадка. Надеюсь, пилотам все в порядке. Да, да, да. Затонувшие в океане, как это дело? Скажите, пожалуйста. Самолеты, да? С их пилотами обычно все в порядке. Как и здоровье пассажиров Титаника. Так, немножко выше. Доступные задания, конечно, интересно. 2, 3. И все, что ли? То есть из такого огромного количества всего мы получаем только... Прям даже обидно. Но я вижу еще живоды. И вижу еще электронику. Упс. Упс. А, осьминог, ты вообще красавчик. Ты нас привез в то самое место, где мы вообще были, должны были быть. Тут 4, 5... Не, вот это будет 5. И где-то там, так, акулы мы вас фоткали уже или нет? Не различаю вас. Где-то я там видел еще внизу пустокислотно-кислородный баллончик. Не загрязняем океан. Пожалуйста. Я видел еще жоду на стене. Относительно той жоды, она была внизу и сзади. Че за нафиг? Внизу и сзади, с той стороны. Так, 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 так. Не, ну это еще обман. Может, нам хватит жоды, не? Хламинго, жоды. А, 6 штук, все. Все, можем не морочить голову. Возвращаемся на базу. У нас есть чем дышать. Но место мы запомнили. Условно приблизительно. Другое дело, что я вообще нифига не понимаю, где... А, вот луна. 260 метров. Рыбацкий берег. Так и да, это были рыбы. Это были отметки рыб. Мы вернулись в эту же зону, но здесь их уже нету. Это были черепашки, Карл. Бум, какая прелесть. Тун-тун-тун-тун-тун. Водородные бункеры. Залезем внутрь, посмотрим, что за задание еще есть. Вроде бы Тим нам набрасывал на ремонт кислорода в нашей основной базе. Так, давай, Луна, быстрее, я не хочу тратить еще одну бульбашку свою. Буц, и доплыли. Тут валяется пластик. Зараза. Пластик, ты злой. Вылазь. Вылазь, Стэн. Пластик нас троллит. Кстати, посмотрите, а по пластику у нас что там как? Пластик 17. Да, у нас хватает именно на прокачку кислородной системы. В этот раз даже люк не открылся. То по заданиям. Итак, справите кислород на аномалии дисбаланс.
Уфотка нужна касатка, киты, киты. Китовую акулу, гигантскую акулу. Там много всего интересного. Ну ладно, давайте по основному кислород посмотреть. То глючит нас всякими снами нехорошими. Только в этот раз давайте по этой стороне пойдем. Вдруг что полезного увидим. Например, вот этот вентиль интересный. Что это такое, с чем его едят? Вентиль. Оборудование Unit Range. Но при этом не лутабельно оборудование Unit Range. То немножко... Хотя что-то уголь там есть. Не. Здесь. Ау! У-у-у-у! Тихо, нервно. Аккуратно, чертежики такие нашли. Чувствовал же. Давай. Уц, уц, ластами шевели. У, еще и железка есть. Не знаю, на что это дело пойдет, но как минимум будем крафтить кислородные баллончики дополнительные. Электроника. Давай-давай, ты можешь открыть, я в тебя верю. Итак, мы берем чертежик элемента декора. Ну, такое все. Так, я только что видел, сковородка плавала здесь. Вот она. Хотел бы сказать, что это стелс-говняная сковородка, да? Но это сковородка, которая входит в противофазу со всей вселенной. Сковородка Шрёдингера, она есть, ее нету. Ладно, ладно, я тебя запомнил. Чш, глубоко пошел. А, прямо, 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 погнали. Да, ну чё ж ты вылазишь-то уже? Я легонечко кончиком пальчика задел клавишу F. Не обязательно было выпрыгивать сразу. Или ты себя хочешь почувствовать десантником? Если да, то да. Еще интересный вопрос, что будет, когда у нас закончится топливо? Вот на этом форсаже. Мы будем толкать эту луну до базы вручную как-то самостоятельно или что? Модуль жизнеобеспечения. О! Вот. Кстати, не в самом модуле, нам нужно вообще сюда. Давление, похоже, низковато. Что-то не так, необходимо проверить индикатор питания. Я так понимаю, что зеленая зона это хорошо. Но мы в очень низкой зоне. Так, а чем фишка? Я нажимаю D, ты ничего не делаешь. Да, я перепроверил, нажимаю D. Я удерживаю, приудерживаю. Но нифига не регулируется. Еще раз. Давление все еще слишком низкое. Может, какое-то другое место, не? Так нет, место одно и то же. Отрегулирую давление кислорода. Подошел. Взялся. Это реально, он его не вертит. Так,
Нифига такого подобного он не делает. Удерживаю прям. Мужская проблема с... А, с кабелями У2. Раза. Да, я прям чувствую комментарий. Never читай, что тебе пишут. А где кабели-то проверять? Давление низковато. Кабель проверю. Ты ткни меня точкой наведения, куда мне идти. Вот, вот, вот. По-моему, здесь дует оно в сторону. Какое интересное запутанное место. Так, здесь можно что-то ткнуть. Подача отключена. Что-то мне подсказывает, что это нифига неправильно было сделано. Опс, не загрязняем океан. Да, но нет. И по-простому тут даже было написано, куда, кто, зачем, почему. Определенно что-то случилось. Нам нужно просто идти по нужным линиям, а не отключать что подряд, что не нравится. С этой стороны двое красных. Мы вообще без кислорода там выживали, у нас из шести было включено три. Так, ты у нас идешь... Ну, в общем-то, назад ту, которую мы отключали, да? Все, которые красные, должны стать зелеными. Называется, нет проблем, мы найдем их себе сами, друзья. Есть. Причем заметьте, что мы открываем и закрываем их. Просто-таки в одно и то же направление вертим. Только по часовой стрелке. Давай, кручу-верчу. Обмануть хочу. И... Окей. Окей. Да, все три зеленые. Интерфейс, вернись, пожалуйста, я же не хочу сдохнуть без кислорода. Вот там еще дальний красный. Не, такое счастье нам не надо. Давай-ка на Луну. И потратим мы безбожно много их. Каждый раз собирать водоросли вообще будет неинтересно. Так, левенький, правенький, вон туда. Ого, поплыли. Дольше залазим, вылазим, чем что-то полезное делаем. Есть. Остается один. А где он один? Есть, я его не вижу. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Не надо этого делать. Не надо этого делать. Биорегенератор, биорегенератор. Где у нас последний? Биорегенератор О2. Не работает тот, который кабель пошел снизу. Ты что ли? Ты зеленым свечишься? Так, кабель пошел снизу. Кабель пошел снизу, кабель пошел дальше. А, помню, вот. Тот застранец, который сзади стоит. В расщелине.
Вообще, по-хорошему, это надо было проверять с самого начала, когда мы сюда заселялись. Типа, а кислород есть чем дышать? Упс. Да. Все 6 раз обычно в работу. Посмотрим, стало ли лучше. Вообще должно. И почему у меня постоянно пропадает интерфейс? Не в ту сторону, вот сюда, пожалуйста. Да, вот теперь пошло. Еще немножко. Чуть-чуть совсем. Чуть. Середину зеленая удобно. Во, мы молодцы. Давление в норме, Тим. Думаю, что все с кислородом будет в порядке. Хорошо, мы этот раз заметили вовремя. В смысле, в этот раз. Другой парень пробыл там неделю. Потом рассказал о проблеме. Болван. Когда мы его подняли, он бредил и был не в себе. Говорил, что видел всякое в темноте. События из прошлого. Ты о чем? Да неважно. Снова к работе. Спасибо, Тим. Добрая компания, да? И ни одного датчика на что-то полезное. А поступило сообщение. Чертов шторм. Он изменил курс и изрядно потреблял контейнеровоз. Что сделать? Потеряна часть груза. Контейнеры. Нужно выяснить, где они упали, убедиться, что они не повредили инфраструктуру. Не дай бог, они повредили одну из магистральных линий. Это не тренировочное задание, Стэн. В этот раз все серьезно. Понял, найду их. Но, как вы понимаете, друзья, найду их уже в следующем эпизоде, не в этом. Пока что мы делаем маленькую паузу. Не забываем про наши Телеграм, Дискорд и ВКонтакт. Ссылочки все там же под видео в описании. Всем удачи, всем до встречи. Увидимся где-то еще.